11 мая, РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведет переговоры по горячей телефонной линии с лидером КНДР Ким Чен Ином до саммита КНДР США. О возможности такого разговора сообщает агентство Ринхаб со ссылкой на представителя администрации президента. Звонок будет сделан в ближайшем будущем, приводит агентство слова чиновника. Он станет первым подобным разговором между лидерами двух стран по установленной между ними горячей линии. Официальный представитель администрации президента Южной Кореи Ким Ы Гым сообщил журналистам, что президентский дворец одобряет проведение саммита Северная Корея, США 12 июня в Сингапуре. «Мы приветствуем проведение саммита Северная Корея, США в Сингапуре 12 июня. Мы надеемся, что в ходе предстоящего саммита будет успешно достигнута денуклеаризация Корейского полуострова и установление постоянного мира», — сказал Ким Ы Гым. Ранее стало известно, что историческая встреча лидеров Северной Кореи и США состоится 12 июня в Сингапуре. До этого 27 апреля прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. На ней была достигнута договоренность о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова и заключения мира вместо действующего уже 65 лет перемирия.